Он похож на... Поймайте его! Немедленно! Куда? Черт! Экколо! Мне знакомо это лицо. Эй, он только что был здесь! Зачем они пришли? Что он сказал? Я знаю его. Тебе не уйти! Я? Так просто ты не... Потанцуем? Ты заплатишь за это. Thank you.
Получил отпущение грехов. Этот плод. Вот он! Поймайте его! Немедленно! Куда? Сейчас. Отличные сапоги. Пожалуй, я возьму их себе. Ugh.
высокие цены! Спасибо, Эцио. Ты спас мне жизнь. Я сделал то, что должен был. Ты поступил бы точно так же. Если бы. Храбрость не входит в число моих достоинств. Я в долгу перед тобой, брат. Дин Йенте. Все на борт! Скоро отчаливаем! Это наш трагетто. Нас ждет Венеция. Где твой пропуск? Какой? У тебя нет пропуска? Без пропуска в Венецию попасть нельзя. Кто пригласил тебя? Никто. Баста! Без пропуска нельзя! Не волнуйся, Леонардо. Я что-нибудь придумаю. Не стой столбом! Помоги мне! Помогите! Дио дель Челло, помогите! Аюто! Вытащите меня отсюда! Аютате ми! Мадонна. Какой милый. Дама от тебя без ума. Я и не думал очаровывать вас. Просто хотел помочь. Именно это я и нахожу очаровательным. А зовут тебя... Аудиторе. Но, пожалуйста, зовите меня Эцио. А я Катерина. Итак, Эцио, мы должны придумать для тебя подходящую награду. Какие у тебя предложения? Может, статься вы в силах мне помочь? Я вся внимание. Да, сеньора. Как скажете, сеньора. Больше он тебя не побеспокоит. Я... разобралась с ним. Спасибо, Катерина. Быть может, мы еще встретимся. Если окажешься в Форли, можешь рассчитывать на теплый прием в моем доме. Надеюсь, мне доведется узнать ваше гостеприимство. О, приношу вам свои извинения, мессер. Если бы я знал... Все в порядке, друг мой. Будь осторожен, Эцио. Ты знаешь, кто это? Моя новая дама сердца? Ой, вряд ли, Эцио. Это ведь Катерина Сфорца, дочь герцога Миланского. Ее муж — это... Муж? Да, ее муж, правитель Форли. Эта юная красавица весьма влиятельна и опасна. Эта женщина по мне. Все в порядке? Даже лучше. Ты делаешь большие успехи. Ну, большие — это преувеличение. Тогда почему мы остановились? Пребывание в Анимусе может иметь... побочные эффекты. Хе, круто. Не волнуйся. У тебя еще нет никаких симптомов. Симптомов? Каких симптомов? Слабоумие, галлюцинации, расщепление сознания, параллельные реальности и так далее. Ты хочешь сказать, что... Если не будешь осторожен, то сможешь видеть своих предков и без помощи анимуса. Это было бы не так уж плохо, если бы ты мог контролировать процесс, но пока это никому не удавалось. Объект 16. Он слишком много времени проводил в анимусе. С тобой этого не произойдет. Мы приняли меры предосторожности. Надеюсь. Ладно. Я бы хотела проверить, удалось ли тебе приобрести какие-либо из способностей Эцио. Я не против. Я иду вниз. Когда будешь готов, приходи.
Что же обнаружил 16-й, если эта тайна так сильно охраняется? Понятия не имею. Люси считает, что это как-то связано с кодексом, но я не уверен. Если это так важно, как говорит 16-й, то я весь внимание. Да если бы в Аниму спустили меня, я бы точно разгадал эту тайну, но нет! Приходится сидеть в запасе. Чем ты занимаешься? Тебе-то что? Ты моя мамаша, что ли? Я разыскивал страницы кодекса. Пытался выяснить, сохранились ли они еще. И? Все глухо. Вроде бы одна страница есть в библиотеке Флоренции. Возможно, еще несколько у коллекционеров. Вероятно, у тамплиеров. Я бы отправил кого-нибудь на поиски, но у нас и так мало людей. Но как кодекс мог оказаться в Италии? Это же невероятно. Данте Алигьери привез его Марко Поло. Серьезно? В 1321 году что-то произошло. Я все еще пытаюсь выяснить, что именно. Похоже, Поло встретился с ассасинами, когда гостил у хана Ахубилая. Должно быть, именно тогда он и получил кодекс. Вернувшись в Италию, Поло передал книгу Данте. Данте был близок к ассасинам, возможно, сам входил в их число. Я понятия не имею, как познакомились Поло и Данте. Но мы могли бы узнать это. Вряд ли Люси одобрит наши эксперименты с Анимусом. Да, ты прав. У нас и так дел по горло. Похоже, с разгадкой придется немного подождать. Так каков наш план? Мы посмотрим, что тебе удалось сохранить. Давай. Абстерго ищет нас. У них больше средств, и оснащены они лучше, так что рано или поздно они нас найдут. А значит, мы должны быть готовы к этому. Я хочу, чтобы ты активировал систему обороны склада. Как добраться до сенсоров, решай сам. Что, даже не намекнешь? Открой глаза, Дезмонд. Люси, у меня видение. Галлюцинации длятся дольше 30 секунд? Нет. Значит, можно не волноваться, это пройдет. Ну, я делаю успехи. Ты приобрел все умения Эцио. Скорость обучения просто фантастическая. Еще пара дней, и мы закончим. Но скажи, почему Эцио? Почему Италия? То есть, мы могли бы вернуться к Альтаиру в его ранние годы. Все началось с 16-го. А, старый добрый 16-й. Он перекрасил мне комнату. Своей кровью. Я просмотрела его файлы. Видик отметил пару сеансов в Анимусе. Разные предки, разные места и даты. Древняя Африка, Ближний Восток. Но ближе к концу он занимался только Италией. Думаю, он знал про сокровищницу. Часть записей его последних сеансов пропали. А те, что есть... После того, что с ним сделали тамплиеры... После того, что с ним сделала я... Там одни обрывки.
Если бы мы не давили так сильно на 16-го, то уже знали бы все. И, может быть, он был бы еще жив. Вы тоже ищете кодекс и сокровищницу? Я знала, что один из твоих предков в Италии был в центре этих событий. Ладно, на сегодня хватит. Тебе нужно отдохнуть. Слушай, ты не виновата в том, что произошло с 16-м. У тебя были связаны руки, как и у меня. Спасибо. Спокойной ночи. Я рада, что ты здесь. Что за черт? Что это? Где я? Это Акра? И Альтаир? Какого черта? Я даже не вонимся. Наверное, я отрубился. И мне снится как... Похоже, вот его цель.
это же та женщина из Зака. Как же ее звали? Ах, да, Мария. Интересно, что им от нее нужно? Ого, такого я не ожидал. Минутку. Почему я не слежу за Альтаир? Почему я здесь с Марией? О, чёрт. Это же значит... Ну и странный же сон. Я не хотела врываться, но уже поздно, и мы... Эй, ты в порядке? Да, все нормально. Дурной сон, вот и все. Ладно, давай, готовься, встретимся. А, хорошо, что ты к нам зашел. Извини, долгая ночь. Вот это я понимаю, настоящий профи. Оставь его в покое. Что ж, прошу прощения, но я тут поработать пытаюсь. Безумие, да? Шон! Прошу тебя, хватит. Как скажешь. Эй. А, привет. Ты в порядке? Да, я в порядке. Все в порядке. Точно? Вчера мы потеряли две группы. Восьмерых наших. Больше нет. Мне жаль. Я уже не знаю, что делать. Чем дальше, тем хуже. Эй, только не отчаивайся. Ты же сама меня этому учила, верно? Смотри, мы-то здесь в безопасности. Надолго ли? А когда они найдут нас? Тогда что? Когда это случится? Если это случится, тогда и посмотрим. Я не дам тебя в обиду. Ладно. Истерика закончилась. Будем работать дальше. Тебя это тоже касается.